Привет, друзья! С 1 мая вас! Всегда в этот день я встречался с друзьями в Савхарамском центре, прямо у центра Москвы. А сейчас, сами понимаете, муза непокорных переместилась в другие места. Но эту песню не задушишь, не убьешь. Я приветствую всех своих друзей и соратников. Напились, нажрались, стали голосить, стали ядерной дубиной всем и вся грозить. Очень вежливо забрались как-то в дом чужой. Было ваше, стало наше, понесли домой. И тут вдруг солнце, смотрят иностранцы и обзывают гопотою. Объявляют солнце, гопники с подстанции. Мы хотели жить красиво, чё вы сразу солнце. Напились, нажрались, стали хохотать. Может, продадим вам нефть, а можем и не продать. Кран включили, отключили, выключили газ. Что значит, вы боялись и уважали нас? И тут вдруг солнце, смотрят иностранцы. Обзывают гопотою, предъявляют санкции. Пацаны с подстанции, мы хотели жить красиво, чё вы сразу санкции. Напились, нажрались, вышли за гараж и ракетой сбили Боинг. Боинг был не наш. Ну и чё же пассажирский? А чё он здесь летал? Вы сначала докажите, чё, блин, за скандал. И тут вдруг санкции. Смотрят иностранцы, обзывают гопотою. Да ещё засранцами санкции. Пацаны с подстанции, мы как раз с колен вставали. Чё вы сразу санкции. Всех, друзья, с праздником солидарности трудящихся. И долой этих всех гадов, душегубов и дармоедов. Ваш Михаил Новицкий. Музу непокорных не заглушить. Мы найдем место спеть песни и сейчас споем вместе.